Мошенничество с использованием служебного положения. В Ульяновском регионе задержан сотрудник Центра временного содержания иностранных граждан. По предварительным данным, мужчина организовал схему по получению обманным путем денег у иностранцев под предлогом содействия в ускорении процедуры их выдворения за пределы России. Делом занимаются ФСБ вместе со Следственным комитетом и полицейскими. На основании переданных ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением СК России по Ульяновской области в отношении указанного лица по трем эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, а также установление обстоятельств преступления и выявление всех причастных к нему лиц.